стандартное положение. Можно сказать, выжили максимум. Три стандарта с Николом. Вот так упорная игра была, борьба на всех участках поля. Так, да. Все голы были забиты в первом тайме, а во втором не, ну вы видели, были моменты, могли забивать, и Миша Перекошин забивать, были моменты, еще было много подходов, просто не реализовали то преимущество, которое было, завершающего паса, наверное, тонкого не было, или как-то не так распоряжались ситуацией. А так, в принципе, во втором тайме у нас тоже были моменты, могли забивать еще. Вы довольны, что забили? Ну, конечно, всегда доволен, когда забиваешь. Спасибо.